первенство по шахматам среди сотрудников городского отдела по чрезвычайным ситуациям давно является хорошей спортивной традицией. Ежегодно турнир собирает настоящих стратегов, тех, кто умеет строить серьезные комбинации и уверенно держаться в защите. Ежегодно в Брестском городском отделе по чрезвычайным ситуациям проходят соревнования по шахматам среди работников Брестского гарнизона. Это отборочный этап на областные соревнования. Среди наших спасателей есть не только хорошие спортсмены, но и люди, предпочитающие интеллектуальные игры. Обстановка в зале была действительно накалена. Несмотря на то, что среди игроков, как специалисты со стажем, так и новички, борьба шла за каждый ход. Важно было увидеть не только близкую перспективу, но и построить схему для работы на целую игру. Многие основательно готовились к соревнованиям, приобщая к шахматам близких и коллег. Играю, полтора года назад. Начал увлекаться. Вот, в свободное время приходится со служебцами, с коллегами, бывает, играем. Победители турнира ожидали грамоты и памятные подарки. Однако главным результатом игры стал отбор лучших представителей на областное первенство, которое пройдет уже совсем скоро. По итогам соревнований в команду Брестского городского отдела пошли Сергей Вавренюк, инженер инспекции надзора и профилактики Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, Дмитрий Юркевич, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части номер 3, и Геннадий Висилка, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части номер 3.